Из книги «Открытым оком», том 8, тема «Лапкин», книги «Вопрос 2199». Вы говорите, что ваши книги заговорят в полный голос после вашей смерти. Это, конечно, утешает человека, но ведь неплохо было бы и при жизни видеть плоды своих трудов. Есть ли какие-то хотя бы маленькие подвижки, что ваши книги начинают работать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На днях получаю письмо от отца Владимира Карелина. Почтовый индекс 641 870, Курганская область, город Шадринск, улица Пионерская, 84. Вот такое. Открытым оком у нас 5 томов. Они не лежат под спудом. Мы распечатали крупным шрифтом содержание вопросов и сделали большой стенд с вопросами по темам. Их распределили и пометили на каждом вопросе. В каком томе и на какой странице есть ответ. И теперь каждый зашедший в храм человек может на интересующий его вопрос найти ответ, взяв книгу в кассе. Стенд с вопросами рядом с кассой, и тут же стоит столик, где можно спокойно позаниматься и вернуть книгу в кассу, так как они у нас в одном экземпляре. Я ему тотчас ответил так: это как раз именно то, что и нужно было сделать. Очень радостная весточка от вас. Об этом я уже возвестил знакомым, как нужно умело, умно воспользоваться и малым. Иеремия 15:19. На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Владыка Евтихий пояснил, как это выглядит. Здесь же находилось 5 священников. Это им прямой пример. Сейчас готовим к выпуску уже полностью законченный 6-й том. Уже готова и симфония на неканонические книги. Нам ее уже не издать. Предполагаем обратиться к библейскому обществу и предложить им издать. Думаю, что такой полной симфонии еще никогда не издавали. Электронная версия уже готова. Я очень рад, что при жизни начинаю видеть плоды труда. 3 Иоанна 1:4. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Это я отношу не только к вышедшим книгам, но и к читателям, таким как ваша душа. Престольный праздник Свято-Анфимовской общины в поселке Потеряевки 16 сентября 2003 года.